Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Elden Ring. В прошлой серии я прям что-то сильно расстроился, но оказывается, что дракон, ну, он просто исчез, он типа улетел, но он обещал вернуться, да, он еще вернется, но просто очень странно все это было. Я пока еще серию не монтировал, предыдущую, но вроде как он просто исчез у меня на глазах. И как бы он никуда не улетал, если бы он улетел, я еще мог бы что-нибудь заподозрить, а так он вроде исчез, и я подумал, что типа что-то багануло, и как бы босс пропал. Типа это было максимально тупо, и такого, ну как они так сделали, я вообще не знаю, дебилизм какой-то. Ну в общем да, есть такие драконы, которые улетают иногда, но потом возвращаются, ладно. Пока что мы делаем, здесь мы закончили, да? И теперь я предлагаю что провернуть, ребята. Смотрите, можно скататься сейчас кое-куда еще, вот здесь мне кажется что-то есть. Я думаю имеет смысл зарулить в эту сторону. После чего мы отправимся, знаете куда? Наверное, вот сюда. Посмотрим, что у нас вот здесь есть. Ну и там уже разберемся, да, я думаю, по ходу пьесы. Что мы делаем? Так, погоди, нужно сначала переместиться вот сюда. Полетели. Нужно еще придумать, как разобраться с теми врагами, которые неубиваемые совершенно. Не знаю, может, вы уже написали. Может быть, я уже разобрался к моменту, пока вы это смотрите. Фиг его знает, ребята. Ой, что я делаю? Может быть, но... пока с уверенностью сказать не могу. Так что комментарии можете писать. Да. Тихо, я понял. Вот сука! Ну пиздюк, понимаешь? Эх, как он меня заметил! С той стороны, да, видимо? Вижу. Получилось! Ха-ха-ха! Ну чё, скотина, убеги сейчас! Подожди-ка, я же здесь был, получается, да? А, ну да, здесь же был дракон. Чёрт! А я уже типа думал, я такой хитрый до хера, ха-ха. Оказывается, не совсем, да? Не совсем, ребята. Ладно, все это я убираю. Здесь больше нет ничего. В таком случае отправляемся сюда. А что нам еще делать? Нам больше делать нечего. Надо еще вернуться к круглому столу. А, он здесь был, да. Все, все, да, он здесь был, поэтому мы просто отправляемся дальше. Нас ждет дорога приключений. Главное, чтобы в колено не попали. Это что за херота? Сейчас разберемся. Здорово, мужик, как дела? И вот получается тот самый босс, который только что был. Ну, понимаете, как это тупо выглядит? Так, давай. Отъезжаем. Тихо стоять. Вот сука. Ох, это ты зря, скотина. Получилось. Ну вот засранец. Но зато дали обратно нам флягу. И душ дали. Ну, это какие-то странные статуи. Но что-то я здесь ничего особенного не вижу. Должен отметить. Только руины. Тут очередная заруба. Сейчас будет, скорее всего, да? Да ёпт, серьезно? Черт, серьезно, блядь? Ох, черт, суки, просто толпой захерачили. Ладно, сейчас мы, ребята, немножечко все исправим. Хорошо, сейчас давай-ка, тут, в принципе, недалеко. Сейчас мы вернем и свои души и дадим им по щам, этим сволочам. Так, дружочек-пирожочек, иди-ка сюда. Ха-ха-ха.
Нормально жить будем, я думаю. Получилось. Пьем. Да, блядь, я ж поставил блок. А, блин. Поставил блок, потерял все души, молодец. И, короче, у меня просто была, блин, волшебная палка в руке вместо блока. Заебись. Одну секунду, ребята. Смотрите. Там, где... Ну, в принципе, там уже душ почти не осталось, но эту тварь я загашу все равно. Блин, капец, так тупануть. Я реально не увидел, что у меня там нет щита. Даже не вставай. Один готов. Пойдем, наверное, прям сразу вот таким вот образом атакуем их, да? Там еще и маг наверху, зашибись. То, что надо. Получилось. Далее. Эх. В смысле, не достало до него? Как такое может быть? Да ёб, серьезно? Блять. В сторону. Вот, уже хорошо было. Готов. Шлем рыцаря кукушки. Прикольно. Там еще где-то конь ходил. Ну ладно, хер с ним. Тут мои души. Давай, наверное, заберем один хрен. Там ничего нет, но просто, чтобы на карте не отображалось. Храмовый камень. Сейчас вот таким вот образом все провернем. Где-то вот здесь было, да? Да, вон вижу. Вот, смотри, какая-то башня. И что же это за башня у нас такая интересная? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, здесь есть благодать. Храм Балума. Или Балума, не знаю, как правильно. Вон там что-то имеется. Может быть, опять слеза, которая позволит усилить флягу. Да. Сейчас мы ей воспользуемся. И теперь у меня фляга, по идее, будет восстанавливать... А ну, всю полоску хп. Фляги. Повысить эффективность. Все. Теперь дальше, что мы делаем? Смотри. Тут, по идее, спуск вниз есть. Ну, наверное, мы им и воспользуемся. Смотри, что там пишут. Требуется любовь. Ну-ну. Опа, торговец, ребята, торговец. Ну-ка, что он может мне предложить? Надеюсь, что-нибудь полезное. Вообще, по идее, стоит их отмечать на карте, чтобы не путаться потом. Да-да-да-да, купить. Смотри, у него есть лук, щиты всякие разные. Есть дуги и справочник воина-кочевника. Наверное, я просто отмечу его на карте, да? Смотри. Вот здесь. Стоп, не то. Как мы его обозначим? Давайте-ка мы его обозначим... Наверное, давайте сундуком. Почему нет? Сундук — это у нас торговец. Наконец-таки я начал, да, использовать эти маркеры. Через 20 часов игры. Могу, умею, практикую. Да, очень быстро работаю. Против них магия очень неплохо заходит, смотрите.
Да ёб, серьезно сейчас? Какой-то он дикий, блин. Руна бедняка. Забрали материалы. Ну и смотри, куда мы можем попасть? Мы можем либо, наверное, куда-то сюда залезть. А это вообще реально? Давайте посмотрим, просто ради прикола. Сильно сомневаюсь, но... Там вон что-то есть, внизу однозначно могу вам сказать. И вон благодать даже внизу есть. О, как интересно. И вот здесь, смотрите. Но там не подняться никак. Но мы можем спуститься каким-то образом. И там будет благодать, значит, да? То есть, или заехать можно было отсюда откуда-то. Это все крайне любопытно, ребята. Еще один момент. Ну, слишком высоко падать. Но там, видите, да, есть живность. И вон благодать. Это, видимо, да, нужно ехать с той стороны, мне кажется. Это не отсюда. Вообще нифига. В таком случае просто идем дальше. Опа-па. Здравствуйте, здравствуйте. Уважаемый, вызываю вас на дуэль. Вау, слишком долго кастуется. Получилось отлично. Ой, восполнили флягу. Замечательно. Просто замечательно. Продвигаемся дальше. Вот, слушай, а нет, можно вернуться обратно отсюда, да? Что это за твари только? Сейчас проедем здесь. Доеду до благодати, просто активирую ее. И ту часть, в принципе, мы можем попозже изучить. Локации. Ну-ка, а какой дамаг будет? Ну, прям нормальный, в принципе. Ну-ка, а здесь точно нет ничего? Можно, конечно, эту часть просто осмотреть ради интереса, но я не думаю, что здесь есть что-либо полезное. Ну давайте, ладно, раз уж мы рядом, сейчас быстро проедем. Одним глазком посмотрим и двинемся вперед. Я думаю, в принципе, можно уже, знаете, что делать. Сейчас карту наверху найдем и отправимся в локацию, которую я давно хочу изучить. Там, где это ядовитое болото. Не думал никогда, что я захочу изучать ту локацию. Какие-то чудеса. Не, ну просто она реально красивая. Она очень мрачная. И она отличается от всего того, что было до этого. Просто леса эти уже задолбали, честное слово. Я уже насытился ими в полной мере. Нет, здесь толком нет ничего. В таком случае просто уходим. Здесь нам делать нечего. Вот просто, смотрите, перед лицом все грузится, это очень странно. Им что-то нужно делать со всем вот этим, вот, потому что, ну, это прям стыд, стыд. Учитывая особенно сверхбыстрый, сверх прям производительный SSD PlayStation 5. Ну, это, блин, вы чё, ребята? Это не серьезно. Ну вон, смотри. Сейчас можно здесь свернуть просто ради прикола. И проехать куда-нибудь вот сюда. Нет, здесь ничего не было. Пусто, везде пусто. Куча материалов, которые не нужны особо. Я не знаю, честно, я пока не понимаю, зачем нужен крафт. Ну окей, есть такая способность, но хотелось бы, чтобы... Ну, она как-то, блин, применялась, что ли? Чтобы игрока заставляли применять крафт. Но пока вообще нет мотивации это делать.
кузнечный камень, и вон благодать. Смотри, где мы оказались? Я не могу использовать пока что карту, потому что меня увидели враги. Вот смотри, да, походу это именно вход в шахту. Я думаю, имеет смысл туда сходить. Это очередной данж. Пособираем там как раз таки, ну вы поняли, камней. Прокачаем, может быть, щит. Это же можно сделать, по идее. Опа! Да суки, понимаешь, что творят? Давай, скотина, иди сюда. И чё? Так держать требуется назад. Спасибо, я понял. Помогите. Застрял кто-то, да? Но здесь многих убили, судя по количеству пятен крови. А где вход-то, я не пойму. В другой стороне. Видимо, там нужно подниматься, и шахта наверху. На удивление. Точнее, вход в шахту. Ну ладно. Хорошо. Опа. Давай выше. А если надеть на голову себе тот самый шлем, типа как осьминог, меня будут принимать за своего? Хотелось бы узнать. Так, о, красивая шахта. Мне нравится такая цветовая гамма, интересная. Кузнечный камень. Здорово, пацаны. Точнее, пацан. Или не знаю, кто ты, короче, но будешь пацан. Точнее, был. Хотя, по идее, ты ж после того, как я присяду за благодать, восстанешь, да, поэтому, типа, технически я никого не убиваю, кроме боссов. Итак, итак, итак. Ты думал, я тебя не замечу? Ну, ты ж такой наивный, ужас. Кузнечный камень, хорошо. Ёпт, серьезно? Вот мелкие пиздюки, понимаешь? Лишь бы поднасрать. Все, захавали. Теперь смотри, вот там, да, можно дальше спускаться. Что предлагают? Осторожно, яд. Как понять, где ловушка? Оттуда я пришел. Это, видимо, было предупреждение в другую сторону. Я понял, хорошо, сорян. Ну да, здесь все, пошли. Да блин. Ты что, охерел? А, это наверх, я не понимаю. Это какая-то шахта наоборот, слушайте. Чё пишут? Кузнечный камень 5. Молодец, спасибо. Ну, как сказать, молодец. Теперь осталось только, блин, не убиться, пока будем спускаться. А так, да, молодец. Ну-ка, я хочу кое-что сделать. Ага, сильная атака есть. Ну, так держать, если ничего не будет, хорошо. Ну, лифт едет высоко, и заметьте, что я как бы вышел уже за пределы открытой карты. Это все очень интересно. Что же у нас там за локация такая любопытная? Слышу звук, да. Я слышу. Где-то жук. Да
Да ёб, серьезно? Пьем? Осторожно слева. Сейчас, погоди-ка. Спасибо, братан, большое. Или девушка, не знаю, или сеструха. Молниевая смазка. А вот как определить ловушки, я понять не могу. Хотелось бы научиться это делать. А, понятно. А кто забыл, были такие эти... Скажи тебе, скажу. А, в Dark Souls 2 ящерки, которые взрывались, они были красные. Это, видимо, такая отсылка. Слушай, а красивое место, однако. Мягкий хлопок. И вот здесь благодать, заметьте. Но там был поворот в другую сторону, я думаю, там босс, ребята. Поэтому пойдем-ка проверим лучше, да? Не хотелось бы ничего упускать. Я не думаю, что это просто переход в другую зону, в другую локацию. Но даже если и так, это было прикольно, мне понравилось. Нет, все это тупик. Руническая дуга, да. Вижу. Успокойтесь, хоббиты, все нормально. Но вот... Я знаю, что он просто сидел, на всякий случай перестрахуюсь. Ну да, здесь нет ничего. Босса здесь нет, это просто был переход, ребята, в другую локацию. Похоже на то. Если упустил босса, ну вы знаете, где комментарии. Там можно оставлять, не поверите, комментарии. Не, ну мне нравится, переход прям клевый. Вот прям что-что, а это получилось. Стоп. Вот, что-то здесь, смотри, какой-то особый материал, видимо, да? Кузнечный камень, хорошо. Продолжаем подниматься все выше и выше, выше и выше, капец. Прям к звездам, да? Ну, опять этот певец. Стоило, наверное, присесть, да? В том месте, где была благодать. Не, ну круто сделано, конечно. Враги интересные. Стоп, я понял, еще и навонял, сука. И сразу пришли его помощники. Готов. Фух, хорошо вышло, отбились. Они там наверху, видимо, спали, да? И как только их этот вот начальник перестал петь, они тут же возбудились очень сильно. Там еще есть, похоже. Ну сюда, видимо, лезть лучше не стоит, потому что упаду. Что вообще пишут люди? Ну-ка узнаем. Ты не имеешь права. О, ты не имеешь права. Что бы это ни значило. Что пишут? В
Впереди предмет. Вот там, что ли? А, да. Спасибо. Сейчас, погоди. От души, ребятки. Молодцы. Вот что значит полезные комментарии. Не стоило тебе на меня орать. Сейчас, знаешь, что мы делаем? Смотри. Так, стоять. Что-то я даже его не заметил, что самое странное. Он так висит, знаешь, как будто он там и должен висеть уже. Стоп, стоп, стоп. Кузнечные камни нужно забрать. Капец, ребят, сколько можно подниматься? Жесть, гляньте на это. Мы как высоко уже. Это что такое? А это если бы я поехал по дороге, тут была бы какая-то херня. Но я продолжаю подниматься. Слушайте, жуть. Там наверху он что-то еще есть, да? Нет, это просто скала. Ух ты, ёб, что они умеют, однако. Ага, понял. Этот, короче, защищен от магии. Потому что, ну, сам маг. Он у себя еще... Стоп, оп. Один готов. Ой, не то, зачем? Есть, получилось! Фух, напряженно было. Ну и твари ж мерзкие. Руническая дуга. Сейчас быстро вот так захаваем. А то суки травят. Дугу мы используем, ребят. Покажу, как она действует. Ну, уже там на боссе, может быть, каком-нибудь сложном, да? Пока побережем, потому что вдруг там реально будут сложные боссы. А я сейчас все потрачу, и чтобы вам показать. И, блин, толку никакого не будет от этого. Смотри, вот там что-то есть, да, такое ощущение? И типа это как бы не проход вперед. Нам нужно на лифт. Но можно зарулить вот сюда. Вон там, видишь, что-то есть? Враг и, ну, это опасно, конечно, но я могу кое-что сделать другое. Попробую убить на расстоянии. Слева. Благодари, чё? Не знаю, о чем речь. Во! Хорошо вышло, просто замечательно, я считаю. Супер! Кузнечный камень. И... изогнутый меч бога-змея. Ух ты, вот это уже что-то интересное, по всей видимости, да? И вот изогнутый меч бога-змея. Изогнутый меч, напоминающий древнего божественного змея. Клинок, которым жители вулкана Гельмир умерщвляли жертв во время религиозных обрядов, но и не позабытых. Убийство этим мечом восполняет ОЗ. Гляньте на эту прелесть. Вот, глянь. Ну, атаки вот такие. Ну, довольно быстрая штука, слушай. Думаю, там можно прокачать, да использовать потом тоже, если, ну, польза какая-то от этого будет. Здесь можно было использовать призыв, но я опять же этого не делаю. Почему? Потому что игра, в принципе, легкая достаточно. И, ну, проблем с прохождением у меня нет.
Вообще нет. Да, у меня там бывает пару раз там умру, пару раз там. Но вы же понимаете, что это типа, ну, типа нифига не сложно. Это все херня. Это не, блин, Devil May Cry, где я 3-4 часа сижу на одном боссе. Это не Bloodborne на BL4, где я неделю там босса проходил. Это не то совершенно. То есть для меня сложность, возможно, слишком низкая. Может быть, для всех она такая низкая. Просто я, опять же, с жанром знаком очень давно. И давно играю в Soulsborne. Может быть, поэтому, как бы, мне кажется, все легко. А на деле все не так, как мне кажется. Ну, типа... Поэтому я не использую. Мне будет слишком скучно. Так, босс. Босс. Что у нас за босс здесь? Интересная подача, хорошо. Это какой-то, блядь, ебанько, блядь. Так, бежим, я понял. Что-то знакомое, да? Ваншот, охуенно. Заебись, но благо здесь недалеко. Дамаг не сильно большой, но... Хорошо, давайте подеремся. Видимо, защита от магии имеется. Но пуху надо прокачать еще чуть больше, и будет вообще здорово. Но шоты, конечно, меня уже выдрачивать начинают. Внезапные. Где там мои эти... Души-то, вон они. Стоять. Да ёб твою мать, серьезно? По башке вроде больше урон. Да, больше. Какого хрена? Половину сняли. Получилось. Давай. О, сука ты, а! Бля, что это было, не знаю. Что-то какая-то хуйня, а не босс, если честно. Просто полное говно. Он ничего не смог мне сделать, просто ничего, вы видели это. Один раз, да, он меня убил, согласен. Ну, потому что я проебал удар один. Ну типа, а больше он ни на что не способен, у него слишком скудный мувсет. Я вставал около спины у него и просто бил. Вы видели, что дамаг у меня был не супер прям такой уж, чтобы я, ну типа, не успел его весь мувсет посмотреть. Внешне прикольно, согласен, переход на вторую стадию, но окей. Ничего такого прям сверх выдающегося все равно в боссе нет. Он ничего не способен сделать, у него очень слабый искусственный интеллект. Короче, я прям даже не знаю, что-то какая-то срань. Нормальных боссов что-то вообще не видать. Вот как были Маргарин и этот, как его, господи, Годрик, и все, больше нет ни одного. Все остальные либо враги обычные, либо, ну, такие средние. Большой изогнутый меч магмовых змеев. Покрыт твердой чешуей и по форме напоминает челюсть дракона. Говорят, змеи когда-то были человеческими героями, которых за тяжкое преступление, общение с драконами, прокляли и заставили ползать по земле на брюхе. Вот такая вот херобора. Тьф, забавно. А можно там, типа, продолжить атаку?
Нельзя. У этого оружия продолжения атаки нет. Повысить уровень. Ну, смотри. Давай до 30 качаем здоровье, да? Чтобы остановиться уже окончательно на этом. И думаю, до конца игры у меня будет 30-ка, и я выше поднимать не буду. Слишком просто. Присаживаемся. Потом буду качать ОК, наверное. Ну, там магию и все остальное. Что я делаю? Вот тоже херово, понимаешь? Типа... Это вот пинок, да? Короче, если видишь, выберешь вот так, то... Ну, я парировать не могу этим щитом, что тупо. Только блочить. Плато Альтус. Интересно. Птица, так сказать, хищник. Блять! Ёб, сука! Заебись. Все, я на месте, да. Что-то я потерял свои эти души, я там улетел. Так, сука, птица, хищник, иди сюда. Я тебе сейчас, блять... Потому надо дизлайк поставить, отвлек меня, скотина. Ладно, идем дальше. Что же у нас тут? Хотя бы тут что-то типа осень, да, какая-то. Хоть уже как-то, ну, блин, не так. Все это выглядит, как было до этого. Утраченная благодать. Ну, это, конечно, здорово, но мне нужно понять, где карта. Очень бы не помешало, так, к слову. Указывает, туда нам нужно идти. Ну, здесь уже такие враги, смотрю, побольше. Возможно, это намек на то, что они могут опиздюрить неплохо так. А, это старые знакомые наши из замка. Да, уже видно, что здоровье у них дохуя. Ну, по крайней мере, дамаг не шотящий. О, ну да, спасибо, блядь. Спасибо, братан, по 1000 за убитого. Получи по жопе. Оп. Это уже враги поинтереснее, слушайте, мне нравятся. Получилось. Ну да, так интересно было драться, если честно. А цветок Альтуса? Ну, вроде больше ничего. Давайте карту возьмем, и, наверное, следующая лока будет не это. Я уже чувствую, что здесь нужно качаться. Тут уже враги такие серьезные. И по дамагу, и по количеству ХП. Разницу, я думаю, ощутил не только я только что. Маска правителя. Ух ты. Одеяние правителя. Сейчас прочитаем, секунду. Это был типа поезд или что это? Очень странно, да? Я почему-то на это смотрю, у меня первая мысль — это поезд. Вагон поезда, да? Странно как-то. Ну да, здесь видишь, типа можно вроде проехать. Это что такое? Священный бутон.
Там даже что-то внизу есть, смотрите. Да, цветочки, там все дела. Но ты погоди, мне нужна карта, и я уезжаю. Может, благодать найду по пути. Так, к слову. Так, блядь. Ой, ну пошел ты нахуй, а? Я понял, все, я осознал. Это уже красивый дракон, и гляньте, у него совершенно другие атаки. Так, короче, я валю отсюда, потому что ну его нахуй. Все, братан. Я понял, я все осознал. Я был неправ. Нет, здесь, по крайней мере, эти как его, волки по уровню. Все, кажется, отстал. Там я уже вижу благодать. Давайте-ка быстро присядем. Мы знаем, что у нас вот там дракон. Сейчас, погоди-ка, я вот здесь вот отмечу, да, что у нас вот здесь вот. Ебанина. Все. Вау. Вау, блин. Ни хрена себе. Красота. Что-то в этом есть, да? Что-то в этом однозначно есть, ёптать. Выглядит, конечно, супер. Не, все-таки опять же, видите, вот игра вроде начинала надоедать. И тут Херакс прям удивляет. Прям удивляет. Давай сейчас я попробую проехать в ту сторону, где туман. И, возможно, там мы сможем с вами найти, где карта потом. Тут была битва, да, по всей видимости, какая-то. Все разваливается. Что это такое было? Что за херня? Кто так долбит? А, это вот оттуда все, я понял, да? Ну, мы объехали с другой стороны, поэтому нам не страшно. Вот здесь. Мне очень нравятся осенние мотивы. Красиво так, да? Все такое желтенькое, красненькое, разнообразненькое. Как дела, придурок? Текаем, текаем. Какой я негодяй все-таки, да? Люди вот просто шли, и, блин, а мне надо кого-то по башке долбануть по пути. Мне просто нельзя пускать к людям. Вот плато, да. Ну, короче, все понятно. Я все осознал, понял, поэтому мы пока, короче, что делаем? Мы отправляемся сюда и начинаем наше увлекательное приключение по этим землям. Начнем мы, конечно же, с той точки, которую я только что отметил. Тлеющий храм. Наконец-таки я дождался этого момента. Глянь, да, вон там очередной, как он называется-то, этот росточек. Мы ж помним, да? И такая мрачная музыка сразу начинает играть. Даже враги уже тебе полезли. Кстати, похоже, я этих перерос. Да? Кстати. Что интересно-то? Вот. Маска, изображающая старого мудреца. Такие нередко носят повелители маленьких стран. Повышает веру, символизирует основные качества идеального правителя. Ответственность, мудрость и доброту. Эти достоинства – залог удачного правления и народной любви. Там наверху что-то есть, но как подняться? Это, видимо, нужно спрыгивать, да? Стоп, серьезно? Откуда, блядь, с той стороны? Понял? Суки, вот суки, а? Понабежали коршуны. Сейчас приду сюда опять. Я что, и правда сказал приду? А вы что, поверили мне, что ли? Я не пойму. Это что за херня была? Это он от страха, что ли? Я не пойму. Ну ничего, бывает. В бою не такое случается периодически. Вероятно. О, здрасте. Малое древо Эрт. Очередное. Уже четвертое.
Блять. Чё-то новое. Да ёб твою мать, серьезно, красная гниль? Но она просто по всей зоне распространяется. Но это древо, заметьте, оно такое все гнилое, забавно. Просто что делать-то, куда бежать-то от этой атаки, непонятно. Сейчас будем разбираться. Здрасте, здрасте, дубль 2. Благо все рядышком. Блять. Да что такое, блин, так далеко? Серьезно? Все, отходим, пускай подползает. Половины нет. Не, этот бой отличается, да. Чё-то новенькое. И внешне мне нравится он больше. Не знаю почему. Как-то странно. Ну, типа, как-то он поинтереснее стал выглядеть, да? Этот босс. Бежим. Ух, чуть не погиб. Блять! Да ты серьезно сейчас? Ну это было, блять, тупо максимально. Просто максимально тупо. Мне некуда было деваться. Просто некуда. Пизда тебе все заебал. Иди сюда, тварь. Да, блядь, вот это было близко, конечно, да, только что.
Блять! Чё-то напряженный был бой достаточно, но этот бой был, по крайней мере, интереснее, чем все предыдущие, кроме первого. Ну ладно. Разорвавшаяся зеленая слеза и пламенная слеза такая же, да, треснувшая. Что-то еще есть? Ну, здесь вряд ли что-то есть. Просто сейчас уберу метку, да, таким образом. Ее нужно типа как коснуться, видишь, она исчезает. Смотрим, древо Эрт, считайте, мы исследовали. Там вон тот самый кувшин, мы там были в той степи. Мне сказали, там просто нужно попвпшиться, и все. Слушайте, давайте пока что на этом с вами и закончим. О, подожди-ка, стоять. Может быть, здесь есть как раз-таки... благодать? На этом и закончим тогда. Да, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальчики вверх, комментировать, подписывайтесь на все соцсети. Телеграм, там, Фейсбук, Твиттер, что работает у вас. Также не забывайте там поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Все ссылки в описании. Всем спасибо, всем пока.